На совещании обсудили реализацию дорожных карт по сдаче долгостроев. Участие в заседании приняли вице-губернаторы, главы муниципалитетов, члены Общественной палаты края, представители застройщиков и инициативных групп дольщиков. Глава региона подчеркнул, к 2020 году проблемные объекты, которые находятся в краевом реестре, должны быть сданы. Работа по выходу из этой ситуации, по достраиванию домов, по в целом... Как сегодня эту ситуацию закрыть? На уровне муниципальных образований, коллеги, и на уровне края, я хочу сказать так же, ведется крайне неэффективно, и это правда. У нас сегодня 36% домов, примерно в крае, это проблемные дома. Слабо, я считаю, ведется поиск тех инвесторов, которые будут достраивать. Слабо. Вместе тогда давайте понимать, неважно, это будет администрация тех муниципальных образований, где эта проблема существует, краевая администрация, непосредственно дольщики. То есть весь спектр возьмите, рассматривайте, лишь бы была уже гарантия, что дом достроят. В Анапе найден инвестор для достройки многоквартирного дома на улице Владимирской, 144. В настоящее время решается вопрос о подключении многоэтажки к электроснабжению. От этого будет зависеть срок сдачи дома. По остальным проблемным объектам составлены дорожные карты, ведется работа.